Как можно отнять жизнь? Как можно выключить свет? Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Человеку знать не дано, сколько времени будет он жить. Ему с этим временем быть, жить, 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 жить. Как научиться в мире жить? Уметь любить, уметь прощать и до конца себя отдать. И до конца себя отдать. Жить, жить. Научиться просто жить, с людьми родными рядом быть, вместе мечтать, вместе любить и каждым мигом своим дорожить. Как можно простить врагу? Как не перейти черту? Как слезы сдержать в груди, видеть рассвет впереди, надеяться и верить, прошлый день уже не вернуть, в этом будущей жизни суть. Нашим детям здесь еще жить. Жить, жить, жить. Жить, жить, жить. Жить, жить. От счастья по небу кружить, и вновь поднимется заря. Заря поднимется земля. Заря поднимется земля. Жить, жить, жить. Как научиться в мире жить?
пор стремление меняться. Тогда в мой успех никто не верил, но вопреки сумел я подняться. Я помню, как все кричали мне мимо: учеба, работа невыносима. Единственный сын, единственный шанс, диплом МГУ — это мой стимул. В моей же истории все по-другому. Вылетел с курса, не одобрили дома. Тогда мне сказал один мой знакомый, что самый богатый в стране из детдома. Я слышал диагноз, я был-то в больнице, смотрел им в глаза, смотрел прямо в лицо. Ныне ноль, желание жить не парочку лет, а минимум 30. Минимум 30, минимум 100. Никаких если, никаких но. Уныние якорем тянет на дно. Пора все менять, все решено. Я сделал себя, чем ты хуже? Ты можешь так, но чем ты хуже? Хватайся за шанс своими руками. Меняй свою жизнь вместе с нами. Просто жить.